Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал «Лёша играет», и это продолжение партии за Грузию на карте Средиземноморья в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А также напоминаю, что я провожу опрос на лучшую и худшую цивилизации в Sid Meier's Civilization 6. Ссылка на этот опрос находится в прикрепленном комментарии к этому видео. Пожалуйста, поучаствуйте! А еще спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо большое им за поддержку. Ну и, конечно, всем моим зрителям приятного продолжения просмотра. А Дунай что, ниже? Донец, который вот к востоку от Молдавии течет. Не, ну тут просто они как-то обычно... Вообще, тут три клетки между Днестром и Дунаем, они как-то поменьше в реале. Ну, примерно Одесса, вот насколько это может. Даже сейчас посмотрю по карту. Так, пока непонятно, что мне тут делать. Ух ты. Это Франция, Венецианский арсенал? Нифига себе. О, мне надо переживать. Когда некуда тратить производство. Хочу тут пройти и попытаться до Кардифа добраться. Кардиф. Крутая ГГшка. Блин, и там варвары. Это неприятно. Давайте я, может, прям тут поставлю город. Не, ну это... Я вот посмотрел, да, вот Одесса, может быть, ну, чуть там на плечку правее должна быть реально. Ну вот, все. Примерно так она и стоит. Не, я еще думал в будущем где-нибудь на месте Херсона поставить город. Но там как бы уже не успевал. Фига, ты ж расселился. Успел все-таки, надо было не удалять того миссионера. Ну? Долго его ловил. Блин, реально дамбы ставятся. Не успеваю, слишком много городов надо было поставить. Господи, сколько у меня городов в итоге? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 14. А здесь давай уже на счет. Давай. 14 городов. Продлеваем союз немец. Так, давайте здесь верфь купим. О, сразу было 7 ходов, стало 4. Франция, давай продлим союз. Видишь, возле Зиндельбург. Блин, и как бы с этими варварами бы разобраться, чтобы отправлять караваны в Египет? Хотелось бы. С венгром военный союз. Ребят, кто-то посчитает? Интересное предложение. Ладно, давайте мы ему ответку. Раз, два, три.
О, привет. Здорово, последний человек. Мне надо отступать, я думаю. Это прикол, конечно, игры, что я пока добираюсь до этого лагеря, варвары успевают апнуть вооружение, и типа у меня уже юниты устаревшие становятся. Ну это как? Как вообще к этому относиться? Блин, ощущение, что мы уже все обработали рабочими. Вы играете? Да. Да, играем. А какой ход? Четвертый. Скоро скраб. Краб не скоро, до победного играем. Так. Исследуем Пиренейский полуостров, ищем... А, еще у нас Женева, кстати, есть. Блин, я забыл карту. Ну, я не забыл, точнее, просто очень быстро таймер идет. Не поставил... Был шанс перекупить у меня Венецию, только... Ну. Что? Перекупить Венецию у тебя был шанс. Если ты ее перекупил, у меня армия состоит, моя же вся из... Я знаю, ну... Ты как-то не подумал. Посчитайте, пожалуйста. Раз, два, три. Так, священное место тут, давайте сюда. Махалкалаки святилище. Ух ты, успел походить. Так, надо что-то купить, значит. За веру. Не буду подавать. Что-то француз, я смотрю, ударился в строительство чудес. Ступу я всегда успею купить. Португалия, посмотри. Я хочу цехе уже доделать, тут у нас нету больше на 100% к строительству, поэтому надо везде цехе сделать. А когда она начинает туризм давать там большой? Охрана природы. Так, а охрана природы, ну вообще далеко, круто, на самом деле. Я с кем-то уже, по-моему, торгую вином. Да, у меня вино есть.
Ты у нас немец, да? Ну да. 5-9 чай, ничего себе. А, ну вообще ж я Грузия, правильно, грузинский чай. Все верно. Как раз сейчас чаек попиваю. Правда, не грузинский. Не, да у тебя просто, ну, там все равно в Венеции слишком много послов, чтобы пересадить. Я просто, ну, старался выйти. Почему строю ферму? Потому что у меня тут... А, нет, у меня тут нету водяной мельницы. Посчитает кто-нибудь? Раз, два, три. Куда? Чекай! Все, еще ты еще не прогрузился. Все, я понял это. Все, я понял. Я не стреляю. О, есть Севастополь. Я думал, ты уже... Но мне не нужно, я его захвачу и... Все, давай заново считаем. Тебе нормально будет? Давай. Посчитайте, пожалуйста. Раз, два, три. Ой, замуровали демоны. Рим, как тебе такая сделка? Сейчас, подожди. Я уже торгую соль. Жаль. Спору нет. Ну, что те места, Грузия. И чудеса никакие не хочу. Французы, а чего Западная Франция так не усиляется? Где тут? Ладно, давайте. Брест, Лион. Да там города ужасные. У нас тоже все ужасные. Или подождите, или театральные лучше. Давайте театральные. Плюс 5 гавань, ничего себе. Правда, строится долго. Ну, тут производства вообще нету, конечно, в городе. Нет, давайте библиотеку, банки. Экономику так откроем уже. И уголь. О, по мукале. Не знаю. Кто говорит? Где-то в... Кто сказал тебе уголь? Ну, слушай, тут нормально так. Вообще, я думал, где на карте уголь. Тут у Турции вообще кампуса на плюс 5. Только сейчас увидел я. Нормально. Кстати. Это чтобы он не сообщил о нас никому. Так, а куда это у нас парень ушел? А вот он. Догнать и наказать. Так, 8 ходов. 5 извержения вулкана здесь. Прогрузился верфь. Ладно, пускай верфь достроится. Ну, посчитайте тогда. Так, скидка в улучшении юнитов. Да, наверное, не буду. Вот давайте логистику. А, подождите, а где у меня... У меня... Все ремесленников могу поставить.
меня промышленных зон, правда, немного. Давайте, наверное, все-таки вместо содержания юнитов логистику. Я не думаю, что это много денег требует. Да, 9 монет вход всего лишь было. Франция уже тут. Нет, у меня из-за тебя губернаторов больше, чем городов. Еще да. Раз. Говорю, у меня губернаторов больше, чем городов в данный момент уже. Да. Бывает. Как существует? Так, давайте священное место здесь все-таки строить. Ведук здесь, тогда промышленная зона будет здесь. Блин, продлеваем союз. Да, давайте. Давай. Священное место сюда. Каким-то уже принял его. Научный. Меркантилизм, а что там? Да, я реально не успеваю все. Просто тебе только научный остался. Ну, я так, с Германией, у меня был научный. Купить за веру, что? Ступы остались. Цехи есть. Короче, я вам так скажу. Прим очень классный на начале, но потом территории тупо не хватает. Там же куча в Африке места. Где ко мне, да. Я не про то, где расселяться, я про то, где ты поставил города и клетки, просто нету клеток, чтобы их обрабатывать. Ну так у меня тоже, например, у меня вот в Тбилиси я поставил только 3 района, получается, и мне просто негде больше района. Нет, вру, 4. 4 района, и все. Мне больше нечего ставить. У меня раз, два, три, 4 вулкана вокруг Тбилиси. Я районы поставил вроде бы все нужные, но я говорю просто клетки, вот шахт там, допустим, больше уже нету ставить, я больше города не разгоняю. Смотри, на него убегает. Я готов. Пропускаю ходы, потому что не хочу пока выкупать клетки там. Привет, посчитайте, пожалуйста. Вот, вот, блин. Типингалу на гранты. Блин, я все забываю, что я фес хочу второго этого. Турок, предложение. Турция, предложение. Немец, он не хочет стоять в союз? А я разве не согласился тогда? Ну ладно. Турция, еще предложение. Так, и мне нужен торговец на самом деле. Для создания предприятия на чай и... Вопрос, Грузия, а что ты Севастополь уничтожил? Нормальный город там становился. Да, что-то не нравится мне. Не знаю, Крым будет нейтральной зоной. Окей. Я сейчас тоже думаю, нафига я его уничтожу. Знал бы, когда его тебе не давал бы отваливаться. Я думаю, типа, один фиг заберешь. Просто пораньше, а так.
Это мы умеем было так. Все и так далее. Ладно, не отвлекаемся. Сухе. Потом надо будет ступы купить. Кстати, и потом я только уже укреплю. Это очень хороший город. Это еще очень хороший город. Все, у меня везде цехе вроде как стоит, да? Ступы мне счастье дают, тоже надо ставить. Блин, у меня 300 веры в ход. И 218 наук. Вот, так я и по науке уже лидер. Это при том, что у меня, по-моему, только 3 кампуса. Нет, 4. 4. 5, 5. Ладно. 5 кампусов это мощно. Ускоренная химия, ускоренная индустриализация. И где индустриализация? Пошли в индустриализацию, а потом в химию. Я, пожалуй, продолжу фестивали на Театральной площади проводить в Тбилиси. Если ты хочешь уйти, то уходи. Нет, да, формально я уже могу уйти. Столицу забрали? Да-да-да, все. Просто, просто я привык вечно сидеть до конца, и что-то уже и забыл, что так можно. Столицу забрали, до свидания. Последний только вопрос. Когда можно будет, так сказать, посмотреть, чем все дело закончилось? Примерно в таких числах. Без понятия. Ну, там, сколько у тебя обычно? Неделю у тебя уходит на выкладывание, там. Нет. Это зависит от того, насколько я посчитаю, это интересная игра. А, хорошо. Ну, спасибо. Так, давайте как где-нибудь стоять... Засвечивать все территории. Первый пошел. Да, спасибо за игру. Ага. Спасибо. А может мне пойти Преслов пограбить? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Его там забирают. Так, в Телаве мастерская. Ну, теперь можно и банк построить. Где ступ у меня? Так, то одно удовольствие. Да, вообще везде можно ступы на самом деле покупать. Просто по очереди пошли. Я опять не успеваю поставить... Мне надо в Фес отправить послов. Хорошо. Может тогда уже Женеву найти? У меня просто послов всего 4. То есть найти уже Женеву и... Ну я, кстати, в Женеву как-то странно. А как ты еще ходишь, когда таймер закончился? 9 секунд еще. Но он позже начал ходить. Конечно, он позже загружается, чем мы, и, соответственно, у него позже заканчивается ход. Построил и бил. Мне, кстати, тоже надо бы в бирже идти, чтобы производить вот это вот все. Но для этого мне вообще великий торговец нужен. Ребята, кто там торговца не берет? Либо турок, либо француз. Турок, наверное. Сейчас я проверю, или у меня соль есть. Да, у меня есть соль. Притом от тебя же. Просто нет. Там у меня еще вроде есть мед. Мед. Ты посмотри. А меда у меня нету. И посмотри, если я его вообще не продал никому. Не, у тебя один. Сейчас я... Гипс нужен? Не, не хочу прессов, а... Просто пограблю там клетки. Мне не нужен.
Я самодостаточный Рим. Так, тут стоим, ждем. Пять ходов. Ну, наверное, в нормальный. Я не особо тут. Так, ступы. Что за дичь? У меня 10 путей, 2 неиспользованных, но я не могу никуда отправить. Да это ошибка всегда. Это типа, на самом деле, где-то не используется. Так я не смог бы построить? Нет. А, в смысле, ты их построил? Да, не могу отправить. Так, а может, у тебя просто некуда? У тебя же забанены пути, нет? Ну, в свои же города могу. Ну, так может, ты оттуда, откуда пытаешься отправить, уже отправлено или? Предложение. Алекс ходом просто обновится, он уже отправил. Да, нет. Ну, нет. Ну, ладно, попробуй с другого города. Так, а могу ли я еще шпионов? Нет, один у меня. Один... Глянем, что по городам. Так, сколько португальцев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. У Германии 8. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 13, 14. У Египта 8. У Рима 10. У Венгрии раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, но он захватывает. У грека мало. У османа тоже прилично. Не знаю, может, кстати, мне еще все-таки взять. Через 4, сори. Поселенцев тут 4 хода. Или все-таки ступы покупать? Надо просто мозги развеять, а то... О, Египет, привет, наконец. Привет. Египет. Заберет. Ну, успел одну клетку пограбить. Бегал в Тбилиси. Ну, я бы, кстати, в Египет отправил скорее. Там все-таки еда еще. Мы его поймаем? Вообще. Фес. Ну, ладно. Да где ждем. Со что за дела? Блин, фига мне тут жителей. Знаете что, давайте немножко строителей подкупим. И дальше смотрим, где ступу. А больше, мне кажется... А, не, вот в Батуми еще. Больше просто уже не построен. То есть у меня только одну ступу осталось купить. Ну и можно на поселенца потратить. Че?
Может, кстати, здесь поставить город, как ни странно. Тут вполне себе такой город. Против Османа кризис выскочил. Но он Преслав же захватил. Ну да, нужно же как-то депаться от Матьяша. Это за сюзерень это будет меня потом кушать. Слушайте, смотрите, а куда делась вся армия Еревана? Он просто, она просто вся под этими, под вулканами всеми. У меня, кстати, у Еревана вообще нету армии, потому что она вся подохла под всеми извержениями периодическими. Забавно. Чем агрессор останавливаем? Не знаю, я не знаю, у меня кризис вылез, но я не вижу, не могу голосовать. Я тоже не вижу кризиса. Мукачево, это возле моей столицы первый город, что упал. Вообще странно, это я так понимаю, что против Венгра, да? Причем мне прошлым ходом предлагалось этот кризис предложить, то есть предложил кто-то другой, но я почему-то в нем не участвую. Вот интересно. Ты предложил? Польша предложила. Это походу Польша предложила. У тебя с ним союз или дружба? Союз у меня с Венгром, точно. Тогда вопрос, почему я мог прошлым ходом сам предложить? Ну типа, вот у меня такой плохой союзник, ай-яй-яй, накажите его. О, давайте нейтрализовать губернатора. Это ничего так. Писателя набили. Тебе отдайте Хатусу найти. Хатуса за турком. Ну я пытаюсь, но там... Ну или скажем так, между мной и турком, вот так проще. А, вижу, все. Так, надо как-то от этой бури спрятаться. Так, где у нас там... Последняя ступа. Египет, сделка. Блин, храма нету. У меня есть, да. А что я тогда храм тут не построил? Там соль. Знаете, наверное... А, еще... Блин, ну тут сломано, что ли? А, не достроен. Так, давайте мы святилище достроим. Храм я куплю. Куплю ступу тогда. Doubt if you will. Мигель Сервантес. Не совсем мой, конечно. Блин, реально, нафига я Севастополь уничтожил? Я думаю, теперь это было реально его оставить. Я бы продолжил фестивальный театр. Как-то промышленная зона меня тут вообще не вдохновляет. Ну хотя ладно, здесь можно. Ладно, давайте. Так уже город большой. Так, вот надо биржи ставить, несомненно. Где еще город? А где нету этих, надо будет порты. Потому что мне везде надо будет... Я не вижу. А где Польша? Минск. Mm-hmm. Минск на севере. Слева и выше Зиновьевск. Короче, вот по этой реке, вот на той реке, на которой стоит Зиновьевск, на той же реке и Минск стоит. Немец тут впереди. Но он, наверное, в химию идет, я думаю. Знаешь, что тут за тех? Сейчас увидим, что за тех, и увидим, есть ли уголь вообще у нас. Я только свои города обращаю. У тебя 19 городов? Ну, 360. Это какая религия, скажите?
Но самый больший верный ход в грузина, как бы, 361 ход. Я сомневаюсь, что он... Ну, в общем, да, согласен. 360 ход, как бы. Ну, так у меня ж нету этих... Я ж не буду разводить. Ну, как хотите, за православие голосуем. Давайте. Не удается. Ну, понятно, что он не будет распространять, но... Ну, а дальше претензии... Я бы за Рим, как у самого большого количества дипломатических очков. Ну, окей, 232, у Португалии 200. Ну, все равно у тебя больше. Может, не играет-то, что-то так полно. Что-что? Какие очки? Типа очков победы или... Нет, дипломатических. Дипломатические очки. Не все равно. Мировое влияние, которое мировое влияние, вот. Так, ну, я сейчас главное естественную историю не забыть. Принять. Валету захватить, а то двое мне претензии не будут. А что тебе мешает валету захватить теперь? Претензии? Претензии, да, больше даст. О, есть уголь. Тут и... А, это историческое место. Так, естественная история дает туризм, нет, охрана природы. Так, ну мне тут нужен... Нужно уголь обработать. Давайте еще поищем, где уголь у нас может быть. Ну... Я нашел. Ой, блин, а что так... Больно бьетесь. Вроде даже не особо современные юниты. Я реально с этими варварами не могу справиться. Я просто пока дохожу, там их спамится немерено, они еще и апаются. Так, давайте я прям начну... блин, может... Может в Риме тогда Губера лучше... Так, то, что я хотел давно сделать. На самом деле я могу спокойно Хатусу пересадить, потому что у меня одного посла туда достаточно за счет способности. Так, тут мы вот так пока и сделаем. Да. Дай трейд. Ну, сейчас я еще гружусь, типа... А, так поставьте паузу. Лучше просто убрать таймер. Да, таймер уберите. Значит, храм я покупаю здесь и ступу покупаю. Проверка остатков. А, вылетел? Да, он вылетел. Да, все, походил. У меня рассинхрон был, я типа зашел. Я весь посмотрел. Так, вроде норм. Полкалайки, сейчас храм тоже достроится. Ну, кстати, а что мне тут по городам? Может, соль или мрамор? Мне не нужна соль и мрамор. Ну, тогда не судьба. Ну, не судьба. Так, ну надо с кем-то поторговать ресами, мне кажется. Табаком я торгую. Игрушки у венгра. Черепахи. Ну, два на самом деле один.
Благовония. Так, в Египет, я смотрю... Египет, написано у тебя благовония и черепахи 2, но на самом деле у тебя один их, да? Две черепахи. А? Черепахи две. Прикол, мне показывает один. Ну, тогда я тебе кидаю. Потому что торгуют кем-то. Не знаю, я просто, я захожу, мне пишет один. Поэтому я, короче, кинул тебе предложение. Так у меня есть чай, ты мне сейчас предлагал. Блин, я не знаю, как тут торговать тогда в этой херне. Как решать вообще, у кого какие ресурсы есть? Вообще ужас просто. Не надо было просто сделать экран торговли отдельно. Со сделкой. И все. Турция предложение. Португалия предложение. Ну, ресурс пишет одно, ты открываешь сделку, там пишет другое. Ну, хотя бы одну ты сам писала. Египет, у тебя благовоний нет, да? Благовоний нет, да. Ну, одни, то есть. Кому там благовоние нужно? Мне. У меня есть два вина. Три хода. Там благовоний номер один. Так, мне надо как-то будет, ну, доделать, наверное, биржи и банки в Поти и в Телави и начитать на торговца. Блин, два хода и чуть-чуть, ну, в нормальный в итоге я все-таки свалюсь. Кстати, аквапарк в Тбилиси еще будет очень в тему. Соль нужна? Соль тоже не нужна. У меня лян на аквакультуру филей, впервые не качаю, потому что, ну, тут как бы не видно особо. Можно, может, в столице можно было бы, но так. Вообще монополия 4,6. Кстати, а что по монополиям? Не знаю. Ртуть одна. У меня монополия чая. Кстати. Кайф. Ну, мне вот реально чай надо делать, промышленное производство, и раздавать его везде, потому что каждое это 15% науки. Это будет очень круто. О, Грузия, у меня нету чая. А что ты хочешь мне предложить? Да, оливки, вино или киты, выбирай. Оливки, вино или киты? Не, киты у меня точно есть, оливки тоже есть, вино тоже есть. Мрамор. Нету. Кинул сделку. Двадцать, 16, 12, потому что он не растет. 12, 12. Ну, города у меня хороши. 11, Каспи. Кто кому войну объявил? А, венгер объявил войну французу? Да, чтобы... Да, у него Женева. Женева. У него культуры хорошо, по культуре идет. Да, кстати, француз так по культурке нормально. Так я о чем и говорю, немножко хотя бы науку. Но с другой стороны, все равно у Рима-то больше. Вот именно. Так что... Я по культурной победе пятый, если что. Ну да. Ну, то есть, скажем так, тебе и надо, чтобы у тебя было много культуры, чтобы ты сопротивлялся туризму. Да, все правильно, все правильно. И меньше науки, чтобы тебя другие не загнобили. Да-да, не драконили, типа, лидер по науке, вот эти все дела. Ну что, приятно было ставить города сразу с четырьмя жителями? Я на Карфаген смотрю. Всего два поставил. Причем Карфаген напротив поставил. Вообще, ты вообще не так города ставил, как я, когда против божества играю.
Где в компах там вообще по-другому ставится, потому что у Миши это поначалу слишком сильный буст, первые четыре эпохи пытаешься вырваться. Да ну, серьезно, рурку угнали, у меня один ход остался. А, я 9 ходов строил. Да я специально отложил, чтобы в этом веке не построить. Ну, очевидно, тупанул. Да, походу. Блин, конкистадоры. Ну охренеть. Мне кажется, арбалет у хана. Ладно, сваливаем. Не знаю, что тут с конкистадорами можно сделать. Так, тут верфь есть, есть. Ну тут, конечно, надо будет покупать все быстрее. Так, в университет в горе. Ну тут реально больше нечего строить. Получается. А эти гранты. Кто будет выносить? Что? Уголь. Тебя очень плохо слышно. Уголь он просит. Уголь кто продать может? Я могу. А, подожди, так это Франция, это Британь, на самом деле, даже не Британия, еще не доплыл до Кардиффа. Венгр. Венгр. Ну давай. 10 угля. А, у нас сюда не распространена религия, прикиньте. Вау. Черт, кстати, вот это я зря, потому что это, извините, наука вообще-то. Вот свет подбросил, посмотри. И еда, соответственно, то есть я зря тут священные места ставлю, но ничего не дает, давай. Получается. Халкалаки, например, для роста. Ты реально тупанул. Аж Виктора посадил, чтобы Зиновьевск не отваливался. Но все равно минус 7,5. Так, чтобы мне купить какие Короче, здания? Короче, я из-за фактории не могу построить гавань. Это вообще законно? А ты в броне не можешь? Ну, наверное, только рабочим, но я сверху не могу построить, да. Португалия может так портить гавань. Да. Не надо было открытые границы ему давать. А давайте археолога куплю, кстати. Я просто не видел там даже города, я ее так на обувь тыкнул. Ага, просто так. Тыкнул, да. Я когда играю за Португалию, мне я тебе не буду давать границы, тебе много даст денег, и ты мне испортишь всю территорию. Кто-то другой играет за Португалию. Вообще, всем насрать абсолютно. Ставь где хочешь. Дайте открытые границы, ставь где хочешь фактории. Потом, ой, мне испортили. А тут Португалия вообще не видит. Воспитанный, спрашиваешь разрешение, а я так на бум поставил. Какой спрашиваю? Я прошу союз или открытые границы, например. Мне человек сразу, нет, ты мне будешь фактории ставить, у тебя слишком много денег будет, у тебя производство, ты все там улетишь вообще куда-то. Ра, давайте посмотрим, сколько, кстати, у Португалии сейчас денег. Я уже устал кликать, кстати. У меня сейчас мышка сломается. Ну. 849. 849 вход? 849 вход. Хм. Кто приятно. Великих людей выкупить сейчас. Хм.
Мне нравится, Грек, ты выкупил этот вторую клетку табака и до сих пор не обработал. 60 ходов прошло. Это на всякий случай. Через 20 тебе будет. На будущее. Слушайте, может мне броненосца... Давайте я броненосца сделаю, я тогда ускорю сталеварение и быстрее в химию выйду. Оба-на. В химии, кстати, уже немец. Блин, ну фабрики мне тоже надо все-таки делать. Да. Так, нормальный век, к сожалению. Все либо в темный, либо в золотой. Кайф, только я один как дебил. Так, торговый путь. Юнит нет. Ну, давайте, наверное, торговые пути. Так, тут у нас художник появился. Пошли все-таки к Кардиффу. Доплывем. А больше не могу пока шпионов? Не могу. Так, а художника мы сюда отправим. Как раз следующим ходом художественный музей достроится. Есть. Сразу довольство, жилья выше крыши. Что-то я что-то так решил, что у меня тут все эти города в православии почему-то уже, типа, можно не париться. Не знаю причину моей беспечности. Да вы прикалываетесь. Ой, блин. Так, тут надо как-то... вот так делать. Он, наверное, обойдет и убьет арбалет. Так, инвестиции в центр коммерции. Да, очень хочется получить великого торговца на самом деле. Дефицит энергии. Ну, тут просто нету электричества, ничего не дает. Конечно, Кардив бы засоюзить, было бы круто. Но я что-то сомневаюсь, что там... Может, Амани туда отправить? Просто у меня явно будет нехватка электричества, мне так кажется. Блин, я хотел, кстати... поселенца купить, чтобы сюда город поставить. За веру. Давайте мы, наверное... Так, во-первых, что у нас за веру с великими людьми? Я просто думаю, может, действительно юниты купить. И разобраться. Но тут уже... Блин, разграбит караван, наверное. Ладно, давайте в Батуми кирасиров купим. Это летучий отряд, потому что я еще не использовал лошадей ни разу. Я, кстати, не в курсе, использовал ли я железо. По-моему, для хивсуров
А, надо железо. Значит, железо использовал. Так, в полевые пушки можно апнуть. Тогда я бы летучие отряды... Я бы кирасиров тогда здесь где-нибудь купил. Как современные юниты. Пройдемся по городам. Еда, производство. Тут слабенько растет, но я, видите, тут тупанул со священным местом, надо было. И вот, кстати, у нас еще Боржоми вообще-то с Кутаиси не... Так, давайте-ка мы в Батуми тоже миссионера. Тут вот сейчас построю. И нифига работать не будет. Ну, вроде норм. Все-таки разграбили караванчик. Так, какое извержение? Везувий вовсю извергается, да? Ну, такое, да, есть немного. Там, по-моему, мушкетеры убили венгра черную армию. Есть еще оливки на торговле, если кому-то надо. Блин, а мани брать, не брать, интересно. Наверное, я бы забрал, но пока не сажал бы, я бы в Кардифф, наверное, отправил. Что-то кампусы совсем грустные, на плюс один. Аквапарк у нас тут построился. Египет. 150 голды, и я не захватываю посева. Давай. Кампус, промышленная зона, плюс один тоже. Смысле, вроде Цхуми норм, но при этом, видите, как-то... Ну, у нас и так отношений нет. Может, все-таки тут дипломатический квартал? Как раз рядом с центром. Ну, понятно. Ясно, Вармунгер. Да, что осуждаю. Осуждаем этого. Да, дальше в авиацию пойдем. Или в алюминий. Смысл мне его. Или в нефть. Слушайте, наверное, в нефть сначала. Более одну угольную электростанцию где-то надо построить. А что у меня с соседством? Вот тут у меня плюс 5. И тут плюс 5. Все, тут надо угольные поставить.
Надо было фабрики там строить. Кто-то вылетел? Не вылетел, это рассинхрон опять, Грек. Так, Таравера, это где-то не у... А, у меня? Блин, опять он. Да что такое? Что ты будешь делать? Или хотя тут... Подожди, давайте сначала дипломатический квартал доделаем. Так, слушайте, так я тут уже обращу. Поехали, может, турка обращать лучше. Е, Кардифф встречен. Так, у нас все еще первый посол. Как там в Кардиффе? 4. Почему я с тобой воюю? Не буду советовать ему не тратить деньги на Хатусу. Зачем ты там войска у моей границы собираешь? Да у нас римский дуче, по-моему, всем войну объявил. Меня напрягают. Но если вдруг... Если вдруг ты не сдержишь слово и объявишь войну... Я в Хатусы всего одного посла надо послать, чтобы два иметь, понимаете? Да ёлки. Просто в ответ на это уже мне придется делать войска. Вдруг ты нападёшь. Ну да, ну да. А если мы не нападем друг на друга, то все будет нормально. Так, как тут инвестиции у нас прошли? Слабенько, блин. И лабы мне пока рано ставить. Мне угольные фабрики нужны тут. Черт. Ой, спасибо. Ну, нефть откроем. Надо решить, где мне тут... Блин, мне еще рабочие нужны. Я, короче, мало, мне кажется, рабочих понакупал. Так, дорисуем картины. Ну, наверное, надо менять уже опять первый посол на просто два влияния. Рационализм вряд ли. Я вот думаю, бонус соседства для верфи, для гавани поставить. Ну, международных торговых путей у меня всего 8. Это маловато. Извини, я вот ни у себя, ни у Франции не вижу ни одной нефти. Так, пока не хочу Кардифф, пускай меня лучше для Хатусы сохраню. И сюда, кстати, турок даже отправил Амани. Прям так Хатуса ему нужна, интересно. Так, пойдем-ка попробуем Женеву найти. Ой, легион встретился, это неприятно. Убил моего разведчика.
блин, не хватило. Ладно, сейчас отправлю еще туда. Рим, ты не против, если я свою религию распространю? А ты кто? Француз. Ну, у тебя такая себе религия, мне очень не надо ее. Да, слушайте, надо последнего апостола купить. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!